представляет. Всем привет, привет, ребятусочки! А меня зовут Устин, и вы на канале Устин ТВ. А у нас сегодня пятый батл между боевым медведем и крыльями Ареса. Хоть мы с Устином уже, наверное, догадываемся, кто победит, но батл все равно проведем, да. Потому что, чтобы уже знать наверняка. Кто начинаем? Победит? Да. Погнали! Первый раунд. 3, 2, 1. Надо! Теперь ты вокруг крутишься. Никто не хочет вступать в битву. Знаешь, что крылья Ареса только на одном месте. Ну да, спокойно выжидает, пока его медведь атакует. Пускай медведь приближается. Медведь боится. Ага. А что он его боится? Не знаю, царапает когтями своими. Но я царапаю. 1-0. Раунд 2, 3, 2, 1. Разогнался. Ох ты! Бедный Мишка. Потому что он в ускорении, я тоже в ускорении. 2-0 в пользу крыльев Ареса. Третий раунд. 3, 2, 1. Надо! Все, 3-0 в пользу крыльев Ареса. Да, и никто в моей команде не проиграл. И на этом мое видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. Забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. А по итогу мы уже можем с уверенностью сказать, что волчок, боевой медведь у нас самый слабый на новой бойцовской арене. Потому что он проиграл все батлы и все раунды, которые только были. Если честно, то я не ожидал. Думал, хотя бы одну игру, один раунд, но боевой медведь у нас выиграет. Потом же все равно еще будем. Но да, не судьба у боевого медведя. Поэтому, Мишка, не расстраивайся, наступят и твои хорошие времена. А в следующем видео у нас уже будет стальной медведь сражаться с остальными волчками. Всем пока-пока! Всем пока-пока!